Но вначале чиновника и предпринимателя в Котласе задержали сотрудники ФСБ. Следствие возбудило уголовное дело. Фигуранты следующие. Первый – Александр Костерев. Он курировал в городмине вопросы архитектуры и градостроительства. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Второй – предполагаемый взяткодатель, бизнесмен Владислав Физевиков. Как руководитель строительной фирмы, он не раз получал муниципальные контракты, но, со слов жителей, исполнение их не всегда было на уровне. Шероховатости теперь увидело и следствие. По версии следствия, в 2017-2020 годах сотрудник администрации злоупотребил полномочиями, а также получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя в виде услуг по возведению ему жилого дома на земельном участке за предоставление заинтересованному лицу земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по льготной стоимости, а также содействовал в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний. Речь предварительно идет о земле, где на месте футбольного поля и должна была появиться жилая застройка. Все документы следствие сейчас изучает. Будет установлена и сумма ущерба, причиненного бюджету Котласа.